привет! И у нас сегодня челлендж макияж. Челлендж маникюр. У нас есть набор для творчества «Шикарный маникюр». Сейчас мы его откроем и будем красить ногти Ирите и Ярославе. Сделаем красивый-красивый маникюр. Так, что у нас здесь есть? А что это за буквы? Из этих вот двух полосочек нам нужно будет собрать специальную подставку, на которую мы будем накладывать ногти накладные. Вот так вот надо собрать. Так это же очень легко. Давай, мы пока это соберем и покажем, что есть в наборе у нас. В наборе есть вкладыш, где показаны много разных наборов для творчества. Ярослава уже достала аэрограф. Посмотри, сейчас все покажем. Давайте все подостаем. Дует ветерок. Накладные ногти. Прозрачные. Есть что вот такой вот такой? Специальный карандаш. Он красит черным цветом. Тоненько-тоненько рисует. Можно рисовать цветочки или что вы там захотите. Разные узоры на ногтях. Есть прозрачный лак. Кисточка. О, мама, наклей. Я так понимаю, что это двухсторонний скотч для ногтей. Также в наборе есть блески. Вот. Красивые, блестящие такие. Давай. Три цвета. Красный, синий и серебристый. И самое главное, это наш аэрограф. Вот такой вот он. Красивый. Здесь есть кнопка. Он сам на батарейках. Батарейки уже вставлены. И крышечка. Вот такая клубничка. Что мы делаем? Мы берем эти блестки, засыпаем в аэрограф, ну можно их смешать, Ярослава хочет смешать. Да. Потом вставляем сюда пальчик, нажимаем кнопку, и здесь вот дует ветерок, светится синим внутри, и дует ветерок, и эти блестки распыляют у вас на ногте. Рита, а что ты хочешь делать? Ты хочешь на своих ногтях делать маникюр или на накладных? На накладных. Да я на своих. Давай на мы хочу. Вот так поотрываем. Я, наверное, ногтиком добавлю сюда, чтобы сильно не рассыпать. Засыпаем. Засыпаем синие теперь блестки. Все, готово. И вот уже собрали мы такую специальную штучку, подставка для наших накладных ногтей. Пока не надо включать. Давай мы сейчас все покажем. Берем сюда ногти и вот так вот накладываем. Где? А вот этот двухсторонний скотч нужен для того, чтобы хорошо прикрепить на вот эту подставку накладные ногти. Этим творчеством будет заниматься у нас Рита. Сейчас она будет красить, добавлять блестки, и ты тебе хватит. И тебе хватит. Держи, Рита. Ну что, будем пробовать что-то делать? Да, я вот это пока включаю. Сначала нужно накрасить ногтик бесцветным лаком, а потом уже включать. Угу. Давай пальчик. Вот этот пальчик? Угу. Давай вот этот попробуем. Красим. И один, и второй сразу накрашу. Все, готово. Давай будем пробовать. Вставляй один пальчик, наклоняй его туда, наклоняй. И включай кнопочку. Смотри, как блестки летают красиво. Светится, дует ветерок. Ой, я уже не могу сейчас. А теперь второй пальчик, он у тебя тоже накрашен. Следующий, вот этот. Сразу и сушит ноготь,
и посыпает блестками. Все? А ну давай посмотрим, получилось? Вот как поприлипали блестки к ногтику Ярославы. Теперь блестят. Да. А теперь давай возьмем вот этот наш карандаш и нарисуем тебе какие-то узоры. Ага, я хочу цветочек, я хочу цветочек. Ну давай попробуем цветочек. Марита там занимается, что-то делает. Можно не только цветочки рисовать, можно и солнышко, что умеешь. Включаешь воображение и рисуешь разные рисунки. А потом засыпем это блестками. А елочку можешь? Елочку, Ярослава, у тебя просто сильно маленькие ногтики, поэтому не нарисуешь особо елочек. Что? Давай тебе еще один рисунок, а потом дадим Рите. Рита будет там что-то рисовать, красить себе. Нарисовали мы узорчики на ногтиках. Да, да, вот это. А теперь давай распылять блестки. Ага. Теперь давай другой ногтик. Все по очереди. Классно. Классно? Ну давай доделаем и покажем ребятам. Ну давай вот этот большой пальчик. На низ вот так его направляй. Так вот? Да. Включаю. Засыпаются там блестки? Ага, только я скажу, когда все, ага. Да я думаю, уже хватит. Все. Наверное, Ярослава, у тебя короткие пальчики. Че? Маленькие, потому что еще. Да не короткие. Че я что все? 5 лет исполнилось. Конечно, 5 лет. И не короткие. Извините, извините меня, пожалуйста. Конечно, ты уже взрослая. Ой-ой-ой, здесь больше просто на пальце, чем на ногтике. Покажи ладошку свою. Блестящая. Давай. Вот такие узоры получились у Ярославы. Цветочек, солнышко. И на большом пальчике цветочек. Давай выключим свет и покажем, как светится эта штука, да? Да, да. Включаем. Синим светится. А теперь, я думаю, что нам пора показать творчество Риты. Она что-то так там старательно рисовала, засыпала. И будешь ты рисовать? Рита, покажи нам, что у тебя получилось. Вот какие ногти сделала Рита. Да. Это просто серебристым. Засыпала серебристыми блестками, они блестят-блестят. А на этом ногтике красным сделан кусочек ногтя. А потом еще и рисунок. Наверное, это был можно цветочек, мне, да? Мне, или должен был получиться? Можно да. Мне тоже. Я тоже хочу поделать. И здесь тоже. Я тоже хочу поделать, только нас посыпешь вот это. Бери дело, теперь и ты. А Рита может себе теперь накрасить ногти, взять аэрограф, чтобы сделать красивые ногти себе. Ярослава засыпала. А ты накрасила бесцветным лаком? Или ты просто блестками засыпала? Просто блестками. Ну, тоже неплохо. Ярослава, сначала нужно накрасить бесцветным лаком, а потом уже посыпать блестки, чтобы они прилипли. Держи. Вообще, это очень интересный набор для девочек. Нужно включать воображение и творить красоту. А, Рита решила без аэрографа обойтись. Она красит и засыпает прям так. Молодец, так будет лучше видно. Этот ногтик сделала Ярослава. О, теперь я хочу синим и с белым.
Девчонки, ну я думаю, давайте мы скажем ребятам всем пока, и вы будете дальше заниматься, красить ногти и свои накладные. Очень интересный набор у нас сегодня. Всем пока, подписывайтесь на канал.